Времени суток, дорогие друзья, с вами Док Браун, на ваших экранах Black Desert Online, и поговорим сегодня об общении с NPC, а именно об очках дружбы. Что это такое, зачем это нужно и как, собственно, эти очки дружбы, их количество увеличивать. Ну и, собственно, для чего. Начнем с того, для чего это нужно делать. Мы подходим к NPC, например, вот кузнец. И что мы видим? Мы видим в левом нижнем углу как раз таки шкалу очков дружбы. Максимум здесь, то есть вся шкала будет заполнена, когда мы наберем 1000 очков дружбы. Сейчас у меня 714 очков дружбы, но это не суть. Суть в том, что на этой шкале стоят пометки. Обратите внимание, первая пометка — знания, и вторая пометка — магазин. Что это означает? Это означает, что когда мы набираем с этим NPC 250 очков дружбы, мы можем у него получить какое-то знание. А когда мы набираем 500 очков дружбы, то мы что-то сможем купить у него в магазине. Заходим в магазин и видим, что кузнец продает полный сет Таритас. Причем, чтобы купить, надо не только заплатить серебро, но и еще и потратить 500 очков дружбы на каждую из частей сета. То есть перчатки, ботинки, шлем и, собственно, сама кираса, доспех. Хочу сделать акцент, что при покупке чего-либо очки дружбы здесь, они не останутся. То есть у вас отнимется ровно 500 очков дружбы, если вы совершите покупку. И для того, чтобы купить следующую часть, вам вновь придется набирать эти очки дружбы. Это важно. Более того, хочу сказать, что у каждого НПСа по-разному, и, собственно, какой-то НПС может дать вам квест, если вы наберете нужное количество очков дружбы. Другие же НПСы дают только знания. К примеру, тоже у конюха, у него та же история, чтобы купить у него сбрую на лошадь, там тоже нужно набрать определенное количество очков дружбы. И, естественно, тоже очки дружбы расходуются при покупке этой самой сбруи. Так что вот так это работает. Ну и думаю, собственно, для чего нужны эти очки дружбы, думаю, уже все поняли. Ну и, собственно, как заработать эти очки дружбы? Мы входим в беседу, нажимаем «Общение». Обратите внимание, что нам пишет, что мы потратим 10 очков энергии. Нам написано, что у нас 76, а на общение мы потратим 10. Нажимаем. Очки сразу уходят, а дальше смотрим, как же работает вот это вот получение очков дружбы. Характер данного NPC. Интерес 23, симпатия 27. У каждого из предложенных нам других NPC, с которыми мы заранее уже познакомились, у них тоже есть интерес и есть симпатия. Смотрим, что нам нужно сделать. Вызвать интерес 3 раза подряд. Обратите внимание, что сверху нам всегда пишут, что от нас хотят. Ну, давайте попробуем. Мы выставляем тех NPC первыми, которые ближе к интересу и симпатии нашего NPC. То есть, хотя симпатия может быть даже и больше. Ну, то есть, например, интерес 20, симпатия 45-46. Поставили. Тут интерес 41, но симпатия — очень все плохо. Нам нужно 3 раза подряд вызвать интерес. Ну, берем, ставим тогда вот 27, интерес, симпатия 21-30. Смотрим, что еще есть. 15 маловато, 24, интерес, симпатия 33-36. Ну, а дальше можно, в принципе, накидать уже как угодно. Нас интересуют первые эти 3 раза подряд. Хотя может получиться и больше. Нажимаем начать. Есть, есть, есть. Ну и, судя по всему, я выставил так, что получится, что все. Да, все, и вот, полученные очки дружбы. 18. Можно продолжить диалог, можно завершить. Если вы завершите диалог, эти очки дружбы сразу же добавляются к общему количеству. А если вы нажмете «Продолжить», очки не добавятся, но вы сможете продолжить общение с NPC, выставлять вот эту цепочку, они будут накапливаться, а потом уже добавятся, собственно, к общей цифре. Но если вы что-то сделаете неправильно и у вас не получится выставить одну из цепочек, то абсолютно все заработанные
очки дружбы, которые не приплюсовались к тем, что у вас уже есть, они сгорают, и вам придется начать сначала. Поэтому, если вы первый раз этим занимаетесь и хотите наверняка, то просто постоянно берете, нажимаете опять общение и опять делаете то, что тут написано. Например, вызвать интерес 4 раза подряд. Ну, давай еще раз вызовем интерес у него. Опять расставим все так, чтобы было хорошо. Чтобы было интересно, только уже 4 раза подряд. Ну, допустим, так и вот так. Начать. Ну вот, 4 раза у нас уже есть, но тут как раз удалось заинтересовать 6. И опять-таки смотрим. Завершить. 17 очков дружбы получено. Также обратите внимание на статистику общения. Удалось заинтересовать, не удалось. Накопленная симпатия и максимальная симпатия. Порой нам в задании прописано, что нам нужно набрать симпатию, например, не меньше 40. Если написано так, то мы стараемся выбирать так, чтобы примерно вот здесь получилось не меньше 40. То есть смотрим на симпатию у персонажа, в которых мы ставим, чтобы она была примерно на таком уровне, и чтобы в общей сумме потом в конце этого общения нам получилось не меньше 40. То же самое, накопленная симпатия тоже мы выбираем, смотрим, оно накапливается, по-разному бывает это все пишется. Разные бывают задания. Ну, давайте я сейчас еще раз попробую. Может быть, новое какое-то задание будет по-другому. Опять-таки, общение. А, кстати, вот, поговорить. Когда написано поговорить, мы просто рандомно можем выставить всех, кого тут можно поставить. Просто наугад. Посмотреть, что получится. Обратите внимание, кстати, есть еще связки между NPC, которые мы выставили, и это тоже, это увеличивает их симпатию и интерес нашего NPC к этим NPC. То есть, когда вот такие вот мимо них еще дополнительные дорожки появляются, это, в принципе, тоже хорошо. Поговорили. Плюс 11 очков дружбы. Смотрим еще раз. Общение. Опять поговори. То есть, хотя это... не очень. Давай вот сразу обычных выставим, чтобы оно все NPC заинтересовали. На каждый этот заход расходуется 10 очков энергии. То есть оно нам пишет, что 10 расходуется, значит, при каждом при каждой попытке общения будет расходоваться 10 очков энергии. То есть вот опять-таки 10, у нас 38. Нажимаем опять. И смотрим. Провалить попытку вызвать интерес один раз. Такое тоже есть. Бывает. Кстати, я хочу вот что сказать. Порой бывает такое задание, которое выполнить нельзя. То есть иногда оно просит провалить попытку 5 раз подряд. А вы прощелкиваете всех NPC, которые у вас здесь есть. А там все, в принципе, как раз таки интересны и симпатичны тому NPS, с которым вы пытаетесь получить эти очки дружбы. Поэтому далеко не всегда получается просто взять и, собственно, выстроить эту цепочку таким образом, чтобы получить очки дружбы. Иногда оно пишет, что очки дружбы не получены. Но давайте попробуем провалить попытку вызвать интерес. Мы поставим вот этого товарища. Давай попробуем такого. Вот такого, тут симпатия плохая. Дальше поставим обычных NPC. Кстати... тоже обратите внимание, от непися к непису здесь идет стрелочка. Когда вы вставляете, то вот оно идет поочередно. Порой встречаются NPC, у которых вот эта вот система стрелочек очень сложная. Поэтому будьте внимательны, откуда идет стрелочка и докуда. Иногда бывают даже чуть ли не круговые системы, там по несколько раз оно пробегает. Поэтому внимательно смотрите, как вы выставляете, собственно, цепочку. Нажимаем начать. Не получилось. Вот, отлично. Один раз мы провалили попытку. Смотрим, сколько нам даст за это. Плюс 11. Замечательно. Ну и давай еще контрольную последний раз попробуем. Общение. Вот, поднять параметр максимальная симпатия до 41. Смотрим, вот у нас максимальная симпатия. Ну и давайте выбирать тех, у кого симпатия побольше будет. Симпатия, симпатия, 30, 38, 39,
Вот так вот. И смотрим, максимальная симпатия. Не получилось. Не получилось. Максимальная симпатия до 41 не дошла. Неправильно построил. Бывает и такое. Ну и тут опять у нас провалить попытку вызвать интерес один раз. Ну, так, так. И опять накидываем по той же схеме, что у нас уже была. Вот так это работает, ребят. Надеюсь, доходчиво объяснил, наглядно показал. Надеюсь, все ясно, понятно. Вот опять не получилось, но да ладно, не страшно. Штука эта полезная, но вот только хочу сразу сказать, что не со всеми NPC нужно выставлять эти ящики дружбы. Чтобы понять, надо это или не надо, подходите, начинаете диалог и смотрите, есть ли на этой шкале что-то, помимо там обычного, к примеру, знания в самом начале, да, то есть вот, к примеру, тут вот что-то он про пугало расскажет мне, на, когда я наберу 1000 очков дружбы, могу купить на 500 очках дружбы, и на 250 я получил знания. Подходите, смотрите, если действительно есть смысл прокачивать эти очки дружбы с NPC, то занимаетесь этим, нет, то не стоит. А так вообще можно с абсолютно любым NPC, с которым мы можем говорить, то в принципе со всеми можно прокачивать эти очки дружбы, вот к примеру, знания, 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 знания. Так что, в общем, ребята, смотрите, пробуйте, тренируйтесь. На самом деле сложного здесь ничего нету. На этом, пожалуй, все. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте лайк, если это так. Подписывайтесь на канал. Смотрите также и другие гайды по поводу того, как купить и обустроить дом, где покупать светильники, мебель и прочее. И многое-многое другое по миру Black Desert Online. Все это есть на канале. Ну а также добро пожаловать в группу ВКонтакте. Ссылочка в описании под видео. Всем удачи и пока-пока.